Смотрите. Мы не знаем ни хера. Вот, здесь да, вот. Да, да. А почему? Я вам объясню. HB двигатель хорош, очень. Но он, это сволочь, да? Он требует комплексного подхода. Киев Карнивал, 17-й год. Пробег 50 450 километров. По утрам заводится, может греться час, 5 минут, неважно. Даешь газу, не тянет, встает в аварийный режим. Вот, бьет ошибку по забитому топливному фильтру 1.86, но два фильтра топливных заменили, ничего не изменилось. То есть утром встает в аварию на холодную, даже на горячую, то есть при первой движении, а потом в течение дня все отлично. Вот, предположение, клапан ЕГР, то есть, судя по диагностике, параметрам его, он работает неправильно. Сейчас мы его попытаемся снять. Видели много раз, как они обламываются, то есть, либо снимаются очень хорошо, поэтому посмотрим, как здесь. Дополнительно сделали уже под болты. У нас производитель сделал вкручивать болты, чтобы можно было его вытащить. Но при вкручивании болтов и также вытягивании он обламывается. Обламывается, у него юбка там клинит. Не знаю, как он сейчас нас поведет себя. Ты смотри, какая. Так, как всегда, убираем топливные трубки, чтобы тоже ничего не попало, потому что будем сейчас продувать, там дуть. Соединили топливопровод, проводку убрали. Это шланг вакуумного насоса. Отворачиваем болты. Так, ну что, будем пробовать. Слегонца сейчас его прям рукой толкнул. Здесь два варианта. Либо пойдет, либо не пойдет. Скорее всего, не пойдет. Ну, сейчас мы вкрутим туда два болтика, вот таких. Там сделано, как на «Жигулях», в барабаны вкручиваешь болты. Сейчас, это сейчас они только сделали. Раньше этого не было. Для того, чтобы помочь нам его вытащить, пытался вкручивать эти болты, и я говорю, он просто обламывает юбку. Опять же, у нас пока, то есть это эксперимент, и хозяин не согласен на то, чтобы мы его оттуда выломали, потому что новый стоит 14 500. Попробуем просто пошевелить, чуть приподнять. Вот я прям беру болты, кручу, и они встали. Нет. Два болта я вот вкрутил, которые выталкивают его. И вот я пробую, то есть вот, крутить. Уперся. Все, он уперся, вообще прям мертвый стоит. То есть, смотрите, какой здесь принцип. Вот у него болты, три штуки крепятся. Вот они, раз, два, три вокруг. А вот эти два болта, которые я поставил, то есть это специально не тянешь, а наоборот, и вкручиваешь в корпус, а он выдавливает наружу. Ну вот, теперь я беру болты, допустим, вот, болт шестерка, все равно у него очень большое усилие, смотрите. И он вообще не идет, то есть вообще не выталкивает. Он, ну, это их болезнь, к сожалению. Короче, ездим, пока опять не начнет. Да, все же, если он накроется, то надо будет приезжать. Здесь снимается крышечка, цепляется вилкой, либо гебельцами, либо вилкой цепляется за стальной шток. Бошевский обратный для съема форсунок. Вот для таких бошевских, да, съемник цепляется и в обратку выколачивается его. Но когда колотишь его, он разваливается. Если бы он просто снялся. Смотрите. Мы не знаем ни хера. Вот, здесь вот. Да. Почему? Я вам объясню. HB двигатель хорош, очень. Но он, это сволочь, да, он требует комплексного подхода. Не то, что даже как на ЦБшке, да, как вот на грандах. Вот пошел, подцепил и полез. Нет, сюда полезешь, туда полезешь, туда полезешь, сюда полезешь. И вот тогда какая-то картина будет. А это надо знать. У нас не каждый механик это делает. Смотрите, дело в том, что просто этот движок HB, то есть он пошел с 2011 года. Там на Сорента, да, Санта-Фе, он пошел с 2011 года. Так вот, они до сих пор по 400, по 500 тысяч отъездили, и мы с ними ничего не делали. Да. То есть опыта у людей практически нет. Да. Да.
И никто их не знает. То есть, если Grand Starex, вот мы любой, даже Urban сейчас новый, два года ему, мы его знаем, у него отваливается, все отваливается. То есть мы уже его знаем. Мы уже знаем. А этот движок с 11-го... Мы сами учимся. Так, между нами я. То есть... Вот. А из болезни... Почему? Потому что он надежный. Ну вот... Примерно понятно. Ну вот с ЕГРом, конечно, гадость такая, да. Если даже что-то вот, как раз вот это длительное стояние, мне кажется, нет, именно длительное стояние. Сначала вымыл соляру, потом ездить на себе. Всего один, только вот от капиталили, всего один, который умер, нет, ну пусть будет два, мы заменили из-за того, что одни люди заехали в лес, сбили фильтр через пенек, второй... Второй, что-то тоже случилось с маслом, тоже по их вине. И третий, тоже по вине клиента, он отъездил что-то 400 или 350 тысяч, вот делал движок, он не менял масло или лил самое плохое масло. То есть, ну, отношения. Пробка, которая закрывается внизу, это бумажный фильтр. Угу. Поменяли ее, она то ли бракована, то ли еще что-то, подсыкивает масло. Ну тогда не было его просто наличия. Так бы сразу поменять не было наличия. Так что сменить. Длинная пробка? Капли две вот где-то. Дефильтра нет. Это нужно с фильтром, она отдельно не идет. Она с масляным фильтром идет. Там два колечка, железная она идет с колечками. Ну, пластиковая. Пробка. Сама пробка это. С коробки? Не, с двигателем. Ну, там пробка. А сама колба пластиковая. Да. Вот он. Блин, где он тут катрисы был, куда он делся? Ага, мы тут не увидим, нет. Дизель, но он не такой, он сверху стоит. То есть там картридж, да. А в нем уже, вот где под ключ 24, туда вкручивается отдельно маленькая. Вот она целая. Да. Вот это сама приблуда. А, там корпус получается. Да, корпус. А, корпус масляного фильтра. Да. Все, то есть. О, это отдельно надо так брать ее. Не, ну она ломается крайне редко. У нас их. Два раза поменялся. Это из-за рук. У нас они. Я не знаю, ну тут, наверное, обычный. Они у нас валялись в бушке, их выкинули просто в помойку. И все, ну-ка я посмотрю. Да, обычный. Обычный. Все. Сейчас я еще раз еще снизу гляну. Прям. Обычный, да? Обычный корпус. После того, что датчик надува почистил, то есть там прям такая огромная шапка, то есть сейчас эффект вы почувствуете, когда поедете. Это происходит регулярно, то есть он, пока клапан EGR будет работать и будет штатно стоять, это будет происходить регулярно. Каждые 20-50 тысяч он будет забиваться, потому что клапан EGR кидает сажу, ну такую прям добротную, да. Прям закидывает и закидывает. Так, сейчас я только ошибочку. Сейчас я ошибочку еще скину с нее. Сейчас сбросим ошибочку. Там была 11.86 по низкому давлению топлива. Ошибочка была, если считать, то есть по блоку управления, то предположительно проблемой является от топливного бака до ТНВД. Топливозаборник сказали, что чистили, проверяли сетку. Топливный фильтр тоже заменили уже два оригинальных. Ничего не меняется. Утром одна и та же история. EGR мы попробовали, он не пошел. Вырвать сейчас в нагляк его хозяин нам не позволил. Сказал, буду еще ездить, если уже потом надоест. А, кстати, данная проблема происходит только с наступлением холодов. То есть все лето он ездил прекрасно. У него это было зимой в прошлом году. Лето он отъездил хорошо. И сейчас опять пришла у нас... Пришел холод. И опять проблема эта появилась. Вот у нас ошибочка. Видите, 11.86. Вот, по низкому давлению топлива. Вот сейчас я ее скинул. И вот если даже зайти в поток данных, то есть клапан EGR уже должен был закрыться. А он нас мучает. Где-то в самом конце он тут. Вот он. То есть он скачет. Должен он встать на минус 10, минус 11. Вот. Он пытается закрыться, открыться. И вот так может делать 4 минуты, 5, 7. То есть без конца. И если даешь газу, опять же, как только мы даем газу, он должен резко отреагировать и закрыться. Только прикоснулись, педали газа. Он
как прыгал, так и прыгает. То есть не слушается. Скорее всего, причиной стало, по словам хозяина, то есть машина стояла 8 месяцев. То есть 8 месяцев стояла. И вот, то есть до этого было все хорошо, а потом она отстояла, сели, и вот такая вот проблема. Поехали и мучаю. То есть конкретные проблемы мы не нашли, но вот здесь предположительно это клапан ЕГР. Так, ну что, все, закончили. Сейчас, если уже он выбит какую-то ошибку, то есть по ЕГР, то тогда будем брать съемничек и выламывать и устанавливать новый. Ну все.